правую ручку, вот сюда вот, да, и померим вам. Привиться от коронавируса теперь можно не только в поликлиниках и специальных ФАПах. Фаине Масловой 75, и добраться до прививочного пункта самостоятельно она не может, особенно с учетом стабильно жаркой погоды, которая установилась в городе и регионе. Конечно, прививку нужно сделать, обезопасить себя и родственников. Обратилась в госуслуги, и вот, пожалуйста, быстренько приехали. Очень удобно. На территории Самары и области продолжают работу мобильные бригады. Они созданы для того, чтобы нетранспортабельные, маломобильные и граждане преклонного возраста смогли вакцинироваться, не выезжая в районные больницы и поликлиники. В состав такой бригады входит врач, он проводит необходимый осмотр перед вакцинацией, и медсестра, которая делает прививку. Препараты доставляются до пациентов с соблюдением всех условий хранения и перевозки. Вакцина проводится в специальных морозильных камерах Ларе, в которой сохраняется определенная специальная температура для таких вакцин. Записаться на прививку можно, позвонив в районную поликлинику через госуслуги или по номеру 122. Мобильную бригаду на дом можно вызвать в любое удобное время. Врачи работают без выходных 7 дней в неделю. Ольга Павлова, События.